12 февраля. Вот такая погодка у нас сегодня. Вышло солнышко. Вот смотрите, какой туман. Испаряется. И ничего не видно. Вот там, видите, вот посадка. И до нее ничего не видно. Вот машина едет. Все в тумане. Короче, вот такая погодка. Сергею Сусекову, живущему в Новгородской области, город Старая Русса. Бывали мы в этом городе. Огромный привет с Ясенок Бобровской губернии, Бобровского уезда Воронежской губернии. Вот. Ну, не знаю, у меня они сейчас закрыты. Тоже, наверное, не полетят. К тому же я на работе. Ну, не полетят. Вот такая вот погодка. Вот как-то так, сейчас мы. Вот туман. Туман. Вот как бы так вот. Такие пироги. А небо так как бы. Вот от туманчика. Облака вон только-только вон там начинают. Капель. Ночью был морозец. Где-то, может быть, градус. Может быть, два. Вот так мороза. Ну, вот это вот теперь ненадолго. До минус 10 опять будет. Ну, а снега сами видите сколько. Вот как бы так вот. Вот дорога немножко разбила ее. Почистили, разбила. Вот так вот. Вот оно, солнышко светит. Птички яйца несут на предприятии. Здесь птичник. Ну, на этом все. Такое короткое видео. Всем пчеловодам удачной дозимовки. Всем пока-пока. До следующих видео.